Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Его провел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в режиме видеоконференции. Бороться с контрафактом на потребительском рынке помогает система маркировки товаров. За последние полтора года в России этот инструмент доказал свою эффективность. К 2024 году правительство России планирует внедрить маркировки по всем группам товаров. Уже разработана концепция по созданию национальной системы маркировки, подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров. Но ограничиваться только этими мерами нельзя. К примеру, ситуация только с кабельной продукцией такова, что потребителю получить достоверную информацию о товаре практически невозможно. Самые распространенные виды нарушений – отсутствие необходимой сопроводительной документации, поддельные сертификаты. Между тем, использование контрафактного некачественного кабеля часто становится причиной пожаров. Одной из мер должно стать ужесточение входного контроля на рынке. Что касается Чувашии, Минэкономразвития региона подготовил проект соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашии и некоммерческим партнерством производителей кабельной продукции Международная ассоциация «Электрокабель». Глава Минпромторга России отметил, в 2018 году в России пройдет 6-й международный форум «Антиконтрафакт-2018», который является центральной дискуссионной площадкой Евразийского экономического союза. Наша обязанность – сформировать актуальную повестку, которая послужит стимулом к сближению позиций наших партнеров в этих вопросах, подчеркнул министр.